Всем привет, с вами Доскос, и я теперь пользуюсь новым лозунгом, который только что придумал. Не будь дураком, пользуйся сундуком. Отличная, по-моему, затея, чтобы не потерять тут все, что нарыл, набил и просто спер из-под земли. Видимо, внизу я уже был, судя по факелам. Так что пойдем в другое место. Уголков темных здесь еще хватает. С лихвой. Ага. Да что ж это такое? Почему подо мной вечно нет земли? Так. Что, какая-нибудь тварь на меня еще выпрыгнет? Сделаем. Еще факелов быстро кончаются очень. Неудивительно, в принципе, это такие площади освещать очень нелегко. Укладываются в малое количество факелов. Так, а здесь тоже тупичок. Да. Ни одного алмаза я так и не увидел. Несмотря на то, что здесь просто океаны лавы. А лава свидетельствует о наличии алмазов. Ну, так часто бывает, что совпадает вот так вот расположение той и других. Но, возможно, просто стоит смотреть почаще куда-то на потолок или примерно вот туда. Ну, ё-моё. Ну, какого чёрта? Я же уже здесь был. Я не хочу второй раз пробиваться, но только уже назад. Мне это не в кайф. Так, спустимся. Хочу поближе посмотреть на это творение. Генератора уровней. Так, тут надо... Ну, почему нет алмазов? Почему? Это меня волнует. Вопрос этот меня волнует, если честно. Целая река лавы. И не одна. И также ни одного алмаза. Ну, должны быть здесь алмазы. Ну, обязаны они здесь быть. Обязаны. Обязаны быть здесь алмазы. Понимаете, почему я взял ведро воды с собой? Да, не закладывать каждый раз в потоки, а просто их заливать. Это быстро, а значит удобно. Так. Опять ничего. Алмазы. Алмазы. Это не алмазы. О, это крипер. Хватит все взрывать. Мы же под землей. Если бы здесь была физика, давно бы случился обвал. Это, кстати, интересно. Если бы добавили физику и могли вот такие вот происходить какие-то обвалы опасные под нарушением сводов пещеры. Забавно выглядело бы и гораздо экстремальнее и разнообразнее. Привет, веселая четвероножка. Кто тебя придумал взрывающимся? Вопрос риторический, не надо на него отвечать в комментариях. Я слышу. Я слышу весельчаков пещерных. Вы где? Вы где? Не, вы не тут.
Ну и фиг с вами. Не, без вас интересно. Возможно, даже интереснее, чем с вами. О, алмазы. Весело пропустил. Алмазы, алмазы. Осторожнее, аккуратнее. Там алмазы. Вот. Случайно. Да. Тут доставляет мне неописуемую радость. Антифейл. Антифейл. Теперь я только за антифейл. Так. Золото. Золото тоже доставляет мне радость. Но еще большую радость мне доставляют алмазы. Но это не значит, что мы не будем добывать золото. Что тут? Что тут у нас? Что у нас тут? Еще одна пещера. Че? Нет, пока туда не пойдем. Надо соблюдать какую-то последовательность. Иначе половину проходов я просто пропущу в итоге. Хотя какая к черту последовательность? О, золото. Вот и вот последовательность. Последовательность работает. Будем считать, что это сработавшая последовательность, а не удача. Так. Опять сквозь дырки жмемся. Видимо, сундук свой с багажом я уже не найду. Он остался где-то далеко позади. А я где-то здесь. Я не знаю, где это здесь. Так. Так. Что, еще одна громадная фигня? Ох. Ну и пещера. Снаружи какая-то маленькая дырка в земле. А под землей вот такое творится. Никогда не знаешь, что ты встретишь. И вы спрашиваете, за что эту игру любят? Вот за это. Нет, не за то, когда ты провалишься куда-то вниз, слыша скелет причем еще. Вот за это я ее как раз не люблю. Еще когда на тебя обрушивается гравий, тоже не очень хорошо получается. Ну, а за все остальное можно. Можно и нужно любить эту игру. Так. Так. Тут еще далеко копаться. Но наверх копать нужно обязательно выход, потому что придется, я чувствую, бежать весело отсюда. Ладно, попытаемся заложить проход опять-таки. Точнее, поток, а не проход. Ну, прыгай, 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 Кобзон. Ты же спортсмен. Не был бы ты спортсменом, не смог бы крошить камни. Я нашел еще алмазики. Прямо амазонка какая-то. Черт, она из всех щелей льется. Это что-то с чем-то. Давайте посмотрим, куда оно ведет. Вот, блин, где я оказался? Не, это просто пруха какая-то вообще. Я не знаю, как сказать по-другому. Где я опять оказался? Я даже про алмазы забыл от интереса. Это тупичок небольшой. Но здесь есть грибочки. Веселые грибочки и спуск вниз. А внизу у нас что? Внизу опять лава. Ну, алмазов здесь нет, так что
спустимся обратно и добудем алмазы там, где они есть. Перекроем поток отсюда, чтоб не забыть про эту пещеру, если что. Есть. Есть, я долбанулся. А, так. Где? Где мои камушки? А, вот они. Брюлики, брюлики. Почти брюлики. Очередная партия факелов закончилась. Ну, палочки-то, палочки я положил-то все туда, в сундук. Сундук, палочки положил. Я опять блеснул просто умом. Зачем я освещаю лаву? Потому что ее сейчас не будет. Алмазы, где вы? Алмазы? Алмазы? Нету здесь их. Так, 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 вроде нет. Вроде. Вроде не мавроди. Ладно, пока я не свалился в красную фигню, лучше вовремя остановиться, чем остановиться поздно. Когда тебе уже самого остановят другие. Так, здесь никаких звуков нет. Никаких дырок нет. Вроде. Вроде нет. Нету. Тогда поднимемся обратно. А, нет, погодите, звуки-то есть как раз. Опять мы что-то раскопали. Опять это поток нам прямо в лицо бьет. Заметьте, монстры кончились. Это потому, что здесь везде тупики. А. Вот где-то здесь примерно звук воды я слышу. Или здесь. Не, ну он близко. Так. Звук воды прекратился. Это значит, что мы удалились. А. Вот отсюда звук воды. Заложим его, чтобы он нас не смущал. Ой. И посмотрим, прекратился ли он. Нет, он не прекратился. Это значит, что еще не все мы обшарили. Ага. Ага. Не видно ничего. Понятно, здесь тоже пусто. Это просто криво заложенный поток воды. Я думаю, что это все и больше. Нет, это не все. Это не все. Теперь я слышу еще и скелета. Хотя скелет мог где-нибудь здесь появиться. Не хочу провалиться куда-нибудь к паукам. Не хочу провалиться куда-нибудь к паукам. Я надеюсь, что этого не будет. А вот и лава. Ладно. На этом квадрате светящемся я закончу серию. С
Скажу спасибо всем, кто ее смотрел. Пожелаю всем удачи и скажу пока.